Друзья мои, добрый вечер. Получил я сообщение от одного из своих учеников и, заручившись его согласием, публикую его для вас. Желаю вам приятного прослушивания и от комментариев воздержусь. Увидимся в следующих видео. Обязательно ставьте лайк этому видео, если вам понравится песня. Подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. И, разумеется, делитесь в социальных сетях этой прекрасной песней. Всего доброго. Пока. Александр, салам. Это Рустам с Махачкалы. Я тебе хочу передать одну песню. Послушай, чему ты меня научил. Чем ты меня научил, чему научил? Какой рукой как играть? Какими пальцами струны брать? Все эти азы гитары, вот за это я тебе благодарен. У меня просто день рождения было, мы справляли. Уже 58 стукнуло. Представляешь, в таком возрасте вот за гитару взялся. Но ты мне научил правой рукой как играть, какими пальцами. И видишь, у меня все пальцы на своем месте, на каждой струне. Вот за это тебе спасибо. Ты пойми меня. Спасибо большое, Александр. Чох сал, гардаш. Ах, как долго тянулось время в детстве, ах, как звонко тогда стучало сердце, не те, кто старше 20, казались древними почти. И все дни и ночи я старался очень поскорее подрасти. Однажды я и эту грань перешагну, и на себя уже с улыбкой взгляну. И вот живу, и жизнь люблю, своих годов летящих я не тороплю. Ах, как в 20 зари сияла кромко, ах, как в 20 звучали песни громко, не тот, кто старше 40, был чем-то вроде старика. О, забыла счастье, о, болел чаще, и я жалел его слегка. Однажды я и эту грань перешагну, и на себя уже с улыбкою взгляну. И вот живу, и жизнь люблю, своих годов летящих я не тороплю. Жаль, что стану, теперь длиннее ночи, жаль, что стану, календари короче, дорога кружится моя. За мной идут мои друзья. Где наступит старость, где придет усталость, до сих пор не знаю я. Однажды я и эту грань перешагну, и на себя чем-то грустным взгляну. И буду жить, и жизнь любить, свои года не стану гнать и торопить. Чох сал, Александр, чох сал.